первый раз, фу, здесь можно, да? Человек, да, фу, и здесь ломанул. Видно такая штука. То есть движение раз, о, а потом еще вот, видно, нога здесь стояла, я еще могу ее туда. Понятно? Фу, фу, здесь. Такая штука. Больно, да? Фу, вот, вот так. То есть, видишь, немножко не пробиваешь. Так. То есть вариант. Раз, фу, и сюда. Я сломал книгу, не буду. Я чуть-чуть даю. Сюда. А я, о, видно, не помешал удару. Все, я встал. Если вот так развалитесь, что, ничего не будет. Встали, как опора. О, на носки. А это вот, как бы, о, молодец, силу держу. Можно и так, но я шажок сделал, если что происходит. И пошел. Понял? Би-би-би-би-би-би-би-би. О, видно, нет? То есть, что происходит? Еще и ударили, но еще я тут не ломал. Да? Фу, здесь можно, там, можно плечо? Можно, чтобы подворачивать. Прикольно. О, все, делать хочешь. О, а вино, стоп, вино развалилось. Потому что ты вот сюда упал, а ты хочешь. О! И вот если ты, ну все, отлично. Вот это вот, если ты ногу от шаг делаешь, у вас здесь уже другая, вы отпускаете. А вы делаете еще и больно, тогда лучше можно. Только очень аккуратно, потому что это. Раз. О! А теперь перекидывай сюда. Раз, и сюда таз перекидывай. Можно за два захода, все правильно будет. Если вы бьетесь, человек все равно какую-то позу примет, смотрите. Ба! А теперь сюда. Бьем с протягом. Ну, что вот эти можно, что вот этим. Ну, а можно сразу, смотрите, чуть-чуть больше сюда, и вот вязко, можно вязко так работать. Моя задача как-то накинуть. Так. Немножко, видишь, смотри. Вот так, да, значит, она длиннее была. Вот как-то, допустим, можно так? Как змея, да? В идеале было, видишь? Завязали человека, значит рука должна быть вот так работать. О, а видно, я за стишку могу здесь уже, да? Не стал. То есть, ну, немножко так. Побыкуй. О, а я яйца залезаю. А ты что, Вася, не буду тебе яйца. Я тебе прицелил. Ну, давай. О, а видно здесь, стой, видно? А я вам ущипну, реши. А я ударился, а я еще разминаю вот всего, как бы. Понятно, да? Это на будущее. Значит, мы пока вяжем. Давай. О, а я могу вот здесь. О, видно, вот как завязал вот здесь. То есть вы тогда из любой ситуации, вам не важно. Где-то человек. Вообще, давай. А я раз здесь. О, а я, видишь, вижу. Стоп, Вась, видишь? А мне надо сюда. О, у меня рука куда может. За ухо. Видно, туда же за ухо нам. Понял? Значит, поэтому мы вяжем, ну, просто начали это делать. Можно даже двумя руками помочь гладить, видишь? Опа, а здесь тоже гладим, пальцы уже можно сломать? Пробуем, давай.